Всем привет! Сегодня мы собрались садить огурцы. Папа вот тут копает грядку, а я вот тут буду проливать. Решили в этом году садить самые опляющиеся огурцы. Потому как пчел у нас тут никто не держит. Ну, вроде есть там пару ульев, там Червинский вроде держит пчел. Ну так непонятно. Вот тут у нас на нашей черешне какие-то дикие там пчелы прилетали. Опыляют они или не опыляют, или что они там делают, непонятно. Так что не будем надеяться на пчел. Будем садить самоопыляющиеся огурцы. Четыре. Угу. Не сильно глубоко, а то они у тебя как петрушка будут через два года. Вот через два года будут сходить. Сюда. Сколько там грязь? Там сантиметр делай, чуть поменьше дырку. Совсем чуть-чуть заглуби и сильно не это, то она вовру будет долго сходить. В этом году решили в баллон один попробовать посадить. Хотя резина так бы не очень желательно на огороде. Всякий фенол там выделяет, наверное. Зато вот эти бортики точно уже держат воду хорошо. Можно я доверху доливать, потом будет долго огурцы стоять в воде. Они же любят воду. А эти, интересно, вьющиеся семена или нет? Там что-то не написано. Делаем 5. Да не надо 5, 4. Ну что, пусто посередине такое. Ну это, оно же потом будет, вырастет эта трава. Будет виться или не виться. Там. 5. Под баллон поставим. А чем оно будет дышать? Да, хватит ему тут чем дышать. Дырку хоть оставь, чтобы это... Ну так он проходит. Нет, не проходит. Ну смотри, не лежит плотно на полу, не лежит. Вот так оставь, чтобы тут дырка это... Работа заходила. Вон Рома там вовсю поливает грядку. Что-то у нас, смотри, пожелтело это. Смородина что-то. Наверное, заморозилось листики. Ну, вот уже ягоды пошли. Нет, я говорю, вот эти листики пожелтели, наверное, заморозилось. Непонятно, что это за растение. Может, что-то даст когда-то какой-то. Люди, если вы знаете, что это за растение, напишите нам. Потому что Серега хочет его выкорчевать. Дает ли оно какие-нибудь ягоды, там, плоды? Потом еще пачки вам поснимаю, какие это семена. Будь здоров. Сеем мы, значит, вот такие вот сорта. Кристина F и Карина F. Вот такой вот огурец самоопыляющийся. Оба и тут сорт самоопыляющийся.